Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Гадхара Шива Садигура Бхактивринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Ну что, дорогие друзья, как я уже говорил, мы живем в очень интересное время, и в сети огромное количество людей излагает свои предсказания о том, что такое, какое будущее нас ждет. Одни говорят, что мы входим в полицейское такое постапокалиптическое зомби в государство, где сейчас уже в Москве нужно иметь приложение и лично у мэра попросить разрешения выйти на магазин или погулять. Ну, погулять вообще не разрешают. И однажды, когда Ганди пришел к англичанам, говорил: уходите из Индии, нам нужна свобода. Англичане сказали: зачем вам свобода? Вы же не умеете ей распоряжаться. А мы тут вам навели порядок. Но Ганди сказал, свобода нужна даже для того, чтобы ей злоупотреблять. Итак, мы находимся с вами в мире материи, и мы злоупотребили своей свободой. Все остальное – это производное от мира материи. Джива, Дживаси, Дживанам. Здесь каждый пытается обуть друг друга, каждый пытается властвовать друг над другом, каждый пытается установить свою диктатуру. Да? И будь то демократия или технократия, Наполеон очень хорошо сказал на эту тему. Он сказал, императоры будут всегда, неважно, как они будут себя называть. И тем не менее, существует другая, абсолютно противоположная идея того, что мы сейчас переживаем и испытываем в этом мире. Эта идея называется сознание Кришны. И сознание Кришны – это квинтэссенция этой идеи. Мы знаем, что есть варна шамадхарма, где каждый человек исполняет свой долг. Да, нам никто про долг ничего не рассказывал. Да, то есть в Махабхарате говорится, что долг никому не должен, долгу все должны. То есть, когда мы говорим о долге, то мы должны понять его глубинный смысл. Глубинный смысл слова «долга» или слова «дхарма» – это предназначение человека, а также его связь с Богом, с Кришной. Поэтому, когда мы говорим, а в чем глубинный долг, там, родине, семье, или там, всему человечеству, или даже всей Вселенной – дхарма. Дхарма – это наша природа. Да? Какова наша природа? Неестественно исполнять долг, который не подходит нашей природе. Например, если нам говорят, иди воруй, обманывай и убивай. Мы скажем, ну это неестественно нашей природы. Мое сердце ищет более совершенного чего-то, да, чем насилие. И тут скажут, о, прекрасно, идти убивать, это же великолепно. Мне что, за это ничего не будет? Ну, замечательно, пошел, проявляет свою природу насилия. Поэтому долг определяется с верой человека. Поэтому, как говорил Шридхар Махарадж, когда вера уходит, человек уходит. Вера – вот то, что определяет долг. И глубокая вера определяет самый глубинный долг. Поэтому Махапрабху сказал Санатани Госвами: «Дживера сварупа хойте нити Кришндас». Каждая душа по своей природе, по своему долгу – это частичка Кришны и его верный слуга. И поэтому Шрила Прабхупада объяснял, что я пришел в этот мир, чтобы напомнить заблудшим душам о их подлинном долге. И когда они узнают о своем долге, они исполнятся счастьем, потому что долг
это то, что должно принести нам счастье. Счастье и удовлетворение. Даже ценой нашей собственной жизни. Это трудно представить, как, принося себя в жертву, человек получает удовлетворение. Но это так. Именно это является двигателем подлинного человека, да? Не жизнь ради собственного наслаждения, а жизнь ради долга. И сейчас я слушаю Рамаяну, там удивительные вещи описаны о том, как Рамачандра до последнего момента исполнял свой долг. И когда Бхарата пришел к нему, чтобы передать ему царство, Лакшман подумал, может быть, Бхарата хочет убить нас и расправиться с нами, чтобы, так сказать, лишить нас как претендентов на трон. Но Рамачандра сказал, нет, мы не будем отвечать ему насилием, даже если это так. Во-первых, я не верю, что Бхарат пришел убить нас. Во-вторых, даже если мы вступим с ним в битву ради власти, какое счастье мы обретем, какой долг мы исполним, сопротивляясь в этом случае. И он пристыдил Лакшмана. Лакшман понял, что он дал своему уму возможность мыслить негативно. Что такое мыслить негативно? Лакшман. Кто такой Лакшман? Лакшман – это Баладева, это проявление Кришны. Как так? У Лакшмана есть сомнения какие-то. Но такова лила. Это лила для того, чтобы учить нас, людей. Да? Очень часто наш ум может впадать в сомнения. Но наше подлинное внутреннее «Я», которое Господь, которое в сердце нам подсказывает, он скажет, нет-нет, ты двигаешься по пути иллюзии, вспомни о своем вечном долге. И так или иначе, все в Писаниях посвящено долгу. И поэтому сам Господь, он говорит, что я никому не должен, но я выполняю долг. А вы должны всем, и вы тоже должны выполнять свой долг. Итак, наша жизнь о выполнении долга. И один из наших долгов – это служение, вечное служение духовному учителю, потому что по милости духовного учителя падшая душа обретает связь с Господом. И через духовного учителя, через служение духовного учителя Господь смотрит на нас и определяет наши как бы, результаты. Да? То есть Господь оценивает нас. Не мы себя должны оценивать, а Господь нас оценит. И Господь очень четко понимает, если ты хочешь преданности, то служи преданному. Кто-то может сказать, это может быть злоупотребление, это может быть эксплуатация. Да, может быть. Но, тем не менее, есть риск. Как сказал Юлий Цезарь, тот, кто не рискует, рискует больше всех. И поэтому мы должны пытаться служить духовному учителю. Естественно, мы должны понять, что хочет от нас духовный учитель. Какова его цель. Зачем он пришел в этот мир. И для этого мы должны очень четко изучать послание наших учителей. Когда Шрила Говинда Махараджа спросили, что вообще вы проповедуете? Шрила Говинда Махараджа сразу сказал, я проповедую чистое бхакти. Чистое бхакти в стиле Махапрабху, в линии Махапрабху. Я не проповедую образ жизни, психологию, там, другие прикладные науки, аюрведу, там еще что-то. Я пришел рассказать вам о самом важном, самом ценном, о бхакти. Если у вас будет бхакти, все остальное естественным образом приложится. Но без бхакти все остальные знания ничего не стоят. Так говорил Шрила Говинда Махарадж. Шрила Гуру Махарадж посвятил всю свою жизнь служению, своему долгу. И в конечном итоге оставил этот мир и оставил после себя Шрила Гурудева. Шрила Гурудев следовал всю жизнь, 16 лет Шрила Гуру Махараджу. Но последние 20, больше там, около 25 лет своей жизни, когда он был ачарьем, Шичитани Сарасват Матха, если быть более точным, он оставил мир в 83 на 84 году жизни. Нет, прошу прощения, 82 на 83 году жизни. А ачарьем был последние 20-22 года. И вот последние 22 года Шрила Говинда Махарадж, он как бы сделал невероятный марафон вокруг всего мира, чтобы разнести славу Шрила Гуру Махараджа, Шичитани Сарасват Матха по всем искренним душам. Он сам лично проехал вокруг света 24 раза. 22 раза, 24, 22 раза. То есть у него было 23 года и 22 мировых турне. То есть
Фактически можно сказать, что последние годы жизни он провел в дороге, в пути. Да, у него были остановки там на месяц, может быть, на два, на три в Индии. Но в целом Шрила Говинда Махарадж фактически всю свою жизнь он двигался с одной только идеей. Личное, дать личное свое общение, понимаете, да, личное общение. Не в форме кассет, не в форме скайпа, а личное общение каждой искренней души, которая хотела прийти в миссию Гуру Махараджа. И это была его величайшая милость. И не только в этом была его величайшая милость, что он дал личное общение, он своей самостью, своей святостью установил святые места поклонения. Там, где он был, какие-то места, где-то центры преданных, там появились храмы. И обычно в Писании говорится, что Кришна, он вообще не выходит за пределы Вриндавана, а вообще как бы за пределы Бхараты, земли Бхараты, божества не вывозят. Но в Писании сказано, что там, где присутствует чистый вайшнав, там, где он своей святостью очищает место, это место становится местом паломничества. И, соответственно, в нем начинают поклоняться Господу, формам, трансцендентным формам Господа. Хотя считается, что поклонение трансцендентным формам Господа, форме божества, это в большей степени для начинающих и для очень продвинутых. То есть, с одной стороны, это начинающие, а с другой стороны, освобожденные души принимают поклонение божествам. Для тех, кто двигается в сознании Кришны, гораздо важнее поклонение вайшнаву. Но вайшнав дает нам божества, он дает нам песни, он дает нам молитвы, он дает нам образ жизни, который мы поддерживаем. И поэтому для нас поклонение тому, чему поклоняются наши гуру, это очень важно. Но тем не менее, мы должны всегда помнить о том, что сам Шрила Гурудев, он проявил свою удивительную личностную природу. Его удивительная личностная природа была уникальность в том, что он был доступен для каждого человека. Никогда в жизни я еще не видел человека, который мог иметь доступ к такому количеству людей. И завтра мы отмечаем день его ухода. Для тех, кто очень близко знали его, это очень особенный день. И мне посчастливилось пробыть с ним на протяжении нескольких месяцев, нескольких его последних месяцев жизни. И участвовать в его лиле ухода. Сейчас, наверное, я не буду об этом говорить, потому что я не могу говорить об этом, во-первых, без содрогания, а во-вторых, этот день завтра. Но я хотел бы сказать о том, что удивительная личность, уникальная личность Шрила Говинда Махарадж, он по-прежнему живет в своих учениках, в своем учении, в своем смирении, в том, что такое вообще сознание Кришны. Он показал нам это, понимаете? Можно говорить об этом сколько угодно, сидеть там в интернете, что-то там цитировать шлоки, спорить о Бхагавадгите, а можно просто показать, что такое сознание Кришны. И он показал это своим отношением к людям, своим смирением, своей кроткостью, своим глубоким теистическим разумом. Шрила Говинда Махарадж рассказывал, что однажды ему нужно было отправляться в Калькутту на собрание великих пандитов, да, и все они ожидали, что сам лично Шрила Гуру Махарадж придет. Но он послал Шрилу Говинду Махараджа, который был тогда Гауренда Брахмачарья. И сначала, ну, поскольку он заболел, и сначала те, кто организовали программу, очень сильно возмутились. Как так? Мы ждали с вами, а пришел какой-то пацан. Но потом, а на этом собрании было 8 таких известных, образованных людей. И тот, кто организовал это собрание, он очень хотел, ну, как бы, чтобы сам Гуру Махарадж, великий проповедник там был, и он там все им объяснил, этим профессорам, санскритологам, суть вайшнавизма. Но позже он написал Гуру Махараджу письмо и сказал: сначала я был в большом недоумении, когда вместо вас появился брахмачари и смиренно сказал, что Гурудев заболел, но я готов его представлять. Но после того, как он стал говорить, объяснять нам идеи сознания Кришны, хотя перед ним сидели ученые мужи, все они были шокированы, очарованы его личностью, его способностью излагать самые совершенные эзотерические истины самым прекрасным, поэтичным и красивым языком. И
все эти оппоненты, они были побеждены этим 16-летним юношей. И в этом был замысел Господа, да, потому что Гуру Махарадж был пандитом, он был великим ученым. И к нему бы отнеслись по-другому, но когда он прислал вместо себя Говинду Махараджа, юного брахмачария, который обладал невероятным внутренним светом, то те, кто находились в этом зале, они были глубоко поражены личностью Шрилы Говинды Махараджа. Так, ребята, у меня что-то камера там, не знаю, а вот она. Вот, поэтому помним о том, что Шрила Гурудев, он с юных лет был в удивительной степени одаренным человеком, но всю жизнь смиренно служил Шри Гуру Махараджу, и только в возрасте 60 лет он вновь принял саньясу. Может быть, кто-то не знает, но Шрила Говинда Махарадж принял саньясу сначала в 20 лет, но потом оставил ее и попросил Гуру Махараджа разрешения жениться, и у него было 3 дочери и жена. И в 60 лет Гуру Махарадж сказал ему: если ты завтра не примешь саньясу, то я умру. И Шрила Говинда Махарадж сказал: я жертвенный козел, вы можете принести меня в жертву. Он принял саньясу и стал ачарьем Мадха. Так Гуру Махарадж в высшей степени любил его и доверял ему свою миссию, доверил ему свою миссию. И Шрила Говинда Махарадж оправдал это доверие не просто там 40 лет служения своему гуру, а последние 23 года. Это было огромное служение, огромная работа, которую неустанно он совершал уже в преклонном возрасте. Да. Вот. И завтра его день ухода, поэтому завтра мы будем говорить все больше и больше о нем. И сегодня мы слушали его песни, его баджаны, его удивительный голос. Я помню, как я смог записать его концерт, его альбом, который называется «Song of the Heart». Я приехал в Калифорнию, жил в палатке, ну, потому что там много людей было, и кто-то там где-то снимал. Но мы подумали, кстати, с Сундаром и там с ребятами, что, ну, самое простое, если мы возьмем с собой палатку. И, хотя, конечно, для американцев это было немножко стрёмно, что русские приехали, ребята, в палатке. Но для нас это было прекрасно. И днем мы были на программах Гурудева, а по ночам мы мыли посуду. Убирались на кухне, ну, потому что были всем пиры, много людей приезжало, и на кухне наши матуджи, такие наши мамы, работали, вообще не поместили там и тесто, и там что только не делали. Ну, вот. Ну, а нам досталась такая сева там, типа мыть котлы. И мы мыли котлы, общались с преданными, были очень счастливы. Да, общались с американскими преданными, молодежью. Ну, вот. Это было удивительно. И Гурудеву тоже это очень нравилось, и вообще ему понравилось то, что мы приехали, такие лохматые, волосатые, привезли каких-то друзей с собой. Гурудеву это очень понравилось. И уже это был его, по-моему, третий визит, соответственно, в Америку. И с первого-второго визита у меня с ним уже была такая установленная, можно сказать, глубокая связь. Не глубокая, но такая как бы... То есть я уже участвовал во второй визит, уже организовал программу Гурудеву. Ну да, то есть это была глубокая связь через служение, можно сказать, да. И были старые преданные, там Юдамани Прабу, Шута Шава. Ну их уже сейчас нет в этом мире, Сиданти Махарадж, то есть никого нету в этом мире. Ну вот. И Шута Шава нас очень сильно гонял, и он такой был... одевал такой свой, у него была такая кепка водителя, он подъезжал к Гурудеву на лимузине и днем ездил тусовать Гурудева то в океанариум, то на океан, то еще куда-то. Ну вот. И Шрута Шава, поскольку он чувствовал, что Гурудев такой супер VIP, он, я не помню, то ли он купил, то ли арендовал лимузин, у него была вот эта фуражка в лимузине, как водитель, ну знаете, как водитель миллионеров такой, лимузин-сервис. И Гурудева это очень так перло, он садился в этот лимузин с Сагаром Махараджем, с другими преданными, и ехали. И за ним ехало еще 20-30 машин. А мы, помню, ездили с одним преданным на микроавтобусе. Ну вот,
Он жил тоже с вами в микроавтобусе на территории. И у нас не было машины, он нас сажал, мы ехали. И все шли там куда-нибудь в аквариум или там на пляж. И все были в шоке, что такое, что такое. И Гурудев, он гулял, да, с ним там человек 100 гулял вот туда-сюда. И там мороженое ему покупали, в общем. И что-то шал, он так бдил, чтобы Гурудева никто не доставал, как личный охранник. Он всегда ходил там. У него всегда в кожаной куртке был пистолет. Не знаю, брал ли он с собой свой пистолет, но в этом случае был такой в образе водителя лимузина и личного адъютанта Гурудева. И я подошел к Гурудеву и говорю: Гурудев, а можно мы запишем ваш киртан, потому что вот у нас нет хорошей записи вашего киртана. И я смотрю, что что-то Шава так на меня гневно посмотрел. Ты чё, ты кто такой? Гурудев такой говорит: да, да, очень, я тоже хочу записаться. А я ему сказал, потому что я познакомился с одним преданным, который записывал Шилу Прабхупаду. И он говорит: вот мы Прабхупаду записывали, а типа, что Говинда Махараджа что-то не записать? Я говорю: давай я типа проспонсирую все. И, в общем-то, Гурудев согласился. Я говорю этому преданному: ура, то есть я договорился с Гурудевом, мы будем писать. Он говорит: ну, в студию ехать очень сложно будет, студия в Сан-Франциско далеко. Он говорит: давайте я привезу оборудование с собой. Он привез оборудование, микрофоны, всех рассадил. Одного в одном углу, другого в другом углу. Объяснил, что ты там не очень громко играй каратал, ты на бриданге играй здесь. В общем-то, произошла достаточно такая, как бы, очень спонтанная запись. Но он привез хорошее оборудование, хорошие микрофоны, компрессоры. Прямо в комнате все расставил. И мы так вообще в один налет записали. Ну вот, и был такой момент, что в Song of the Heart я-то не знал, как поются правильно, в каком порядке вайшнавские песни. Я просто Гурудеву песню, которую я знал, которая мне нравилась. И Гурудев пел ее. Он спросил: в каком мотиве петь, утреннюю, вечернюю? Я такой, типа, да, в каком, пойте, в каком, типа, вам заходит. Ну вот, он такой: а какую программу петь, утреннюю, вечернюю? Я говорю, я не знаю, давайте вот попробуем с этой песни. Ну и, в общем-то, он спел песни, ну, конечно, если кто-то из вас когда-то был на записи, понимает, да, что там есть дубли разные, но он фактически без дублей спел, но все равно это заняло несколько часов. Этот преданный должен был уезжать, и, по сути дела, преданные подпевали хором, все были очень счастливы. И, в общем-то, получилась вот эта кассета «Song of the Heart», я издал ее тиражом 500 экземпляров. Ну вот, потом какую-то часть привез в Индию, какую-то часть раздал преданным, вот. Но это была удивительная возможность записать Шилу Гурудева, и эта запись по-прежнему существует, она одна из лучших записей, ну, потому что мы потом еще писали разные записи Гурудева, там, неоднократно, но эта запись была удивительной какой-то. Во-первых, Гурудев тогда был помоложе, у него был очень хороший голос, потом немножко подсел, вот. Ну и вообще был такой драйв, такой энтузиазм, и это было в Калифорнии. Ну, в общем-то, что могу сказать? Ну, это было, конечно, такое памятное событие. Вообще это было незабываемое событие в моей жизни, когда я общался с Гурудевом. Каждое такое вот событие, оно такое впечатление глубокое произвело в моей жизни. Ну вот, и, наверное, ну, как бы, я хотел бы, чтобы, может быть, в следующей жизни, если будет милость, мы опять с ним встретились. Не знаю, где, как. Но я знаю только, что он удивительным образом раскрыл нам, падшим душам, совершенное учение Шилы Гуру Махараджа. Но он не пытался преподать это философски. Хотя он был удивительным философом, он удивительно мог говорить. Там, когда он говорил, Госвами Махарадж замирал, записывал. Он мог вот так вот сходу вообще какие-то сложнейшие вещи объяснить. Но его подход был, это подход сердца. Да, это был подход сердца. Ну, таких людей нету, понимаете. Я вот не могу имитировать из себя такую личность. Мы те, кто мы, кем мы являемся. Да? Любая фальшь в этом случае будет, ну, как бы такой, знаете, постыдной. Потому что есть такая история, как Харидас Такур однажды шел по базарной площади, увидел заклинателя змей, который играл на дудочке, пел мантру Ананта Шеши. И поскольку заклинатель змей прославлял Ананта Шешу,
то Ананта Шеша входил как бы в него, в его личность, да, проявлял своего сердца, и змеи начинали танцевать, ну, то есть это настоящее заклинание змей, да. И Харидас Такур, увидев это, он впал в транс, в экстаз, у него полились слезы, на глазах встали волосы дыбом, он упал без сознания. И люди, видя такую как бы невероятную ситуацию, стали прикасаться к стопам Харидаса Такура, видя, что этот Махабхагават находится в божественном самадхи, в божественном трансе. И это увидел один брахман, который подумал, ну раз этому шудре Харидасу поклоняются, то уж мне-то брахману точно. Все, что нужно сделать, это сымитировать, что я тоже от песни «Заклинательный змей», который правит про Ананта Шешу, падаю в экстазе. И он это сделал, но люди стали сбивать его палками, и он убежал. То есть, понимаете, да, люди не дураки, они почувствуют. И если это, там нет ничего подлинного, они просто изобьют палками. Вот. Поэтому никогда нельзя имитировать вайшнава, да. Пытаться имитировать вайшнава, мы должны служить вайшнаву, и тогда мы обретем его милость. Ну вот это все, что я хотел вам сказать сегодня. Может быть, сегодня чуть дольше поговорил, но это стоило того. Завтра мы еще будем праздновать день ухода Шрилы Гурудева. И мои поклоны всем преданным. Я очень счастлив, то, что карантин дает нам возможность посмотреть назад, подумать, что будет, что ждет нас впереди, переосознать, понять, что в любую минуту наш хрупкий мир может рассыпаться от какого-то вируса, да, или от вообще просто наша физическая жизнь может закончиться, мы не обязательно умрем от вируса. Просто можем умереть, и все. Да. Но пока мы в этом теле, пока мы владеем своим сознанием, давайте двигаться вперед и воспевать святые имена и идти по пути Санкиртана, который принес Махапрабху для всех падших душ. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Градхара Шри Васади Гора Бхактавринда. Давайте вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Как говорил Шрила Прабхупада, воспевайте святые имена и будьте счастливы. А если вы даже несчастливы, то все равно воспевайте святые имена. Счастье, друзья, это счастье Господа. Когда Господь будет счастлив, мы все будем довольны. Джай Гуру Махарадж Ки, джай. И довольны, а удовлетворены.